Привет. Привет. Ты что тут делаешь? Ага. Привет. Привет. Я сяду с твоего позволения. Конечно. Че, как у тебя настроение? Хорошо. Бля, я есть хочу пиздец просто. Не поверишь. Поздравляю, молодец. Это был Макдональдс? Да. Ах ты. Сидишь в Тиндере? Не, признавайся, сидишь, скачала. Хайп? Ну, не, он был где-то около года назад, но сейчас нет. Он, я же говорю, он закрывается. Нет? Ну, он закрывается сейчас, но... Бля, что происходит? Ты умеешь так же петь? К сожалению, нет. Какие? Но я очень хочу себе хороший голос. Серьезно? Как тебя зовут? Я слышу. Многие часто путаются. А, нет. Почему-то именно первое, что я услышал. А годиков тебе сколько? Сколько? Блин, я бы хотел ближе сесть. Просто ты так ограничила, знаешь, пространство своей сумкой. Ты бы еще и вот так ее вот сюда поставила. Специально, я знала, что кто-нибудь да подойдет. Ах ты хитрая. Я просто инициативный парень, ты не обращай внимания. Но... Хорошо. Стандартная темка. Так что, сколько думаешь? Ну, ты достаточно молодо выглядишь, кстати. Я просто уже этот, такой... Мне 25, я молодой. Ну, да. В рамках 30-летних, 40-летних мужчин. А-а-а. Но в рамках 20-летних я уже как бы старик. Поэтому я не знаю, сколько тебе годиков. Ну, примерно. Тут, конечно, сложно так, знаешь, типа... Сейчас девушки, ну, ты молодо выглядишь. Но ты симпатична. Я знаю, спасибо. А, я знаю, я, конечно же, знаю. У тебя бэби-фейс. Дай повыебываться фразами. Нет. Дай повыебываться фразами вот этими модными. Ну, блин, примерно вот. 19-20. У тебя гороскоп, скорпион, ты рак, козерог. Ну, на кого похож? Водолей. Я не знаю, ко мне притягиваются львы постоянно. Нет, я весы. Весы. Ты любишь взвешивать, наверное, да, или как это правильно? Что, у меня много от близнецов, но я в целом очень воздушный знак, ну, воздушный, ты понимаешь, да, воздух, а, такая. Не типа легкая, да, по общению, а типа воздушная в плане? Не, легкая, ну, и легкая по общению, но частые перепады настроения, например, бывают. Ух ты, какая! С чем это у тебя связано обычно? А, я не могу объяснить, чем. Просто характер? Да. Ну, хотя, когда все в жизни стабильно, то в целом... Чем ты занимаешься? Я училась 2 года на... Вау! Да. Ну, как училась? Это уже... Числилась. А, ну, вот, блин. Но... То есть тебя это какое-то время интересовало, ты... Ага. Нет, меня не особо интересовало, просто я всегда хотела поступить в университет, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь, поступлением в университет. Ого. Вот. Но родители сказали о том, что... Это не серьезно. И сказали выбирать что-нибудь другое. Но я выбрала что-то ближнее. Вот. Но потом психология. Поняла... Да. Это такая муторная штука. Ну слушай, ну это лучше, чем, не знаю. Ну, чем юриспруденция. Я не хотела, например, какой-нибудь или экономику. Ну, там, понимаю, понимаю. Поэтому пришлось туда. А ты чем занимаешься? Я чем только не занимаюсь, слушай. Ну вообще я предприниматель, если говорить своим языком. В криптовалюте работаю. Каждый второй предприниматель. Серьезно? Да. Страна предпринимателей. Бизнесмены. Ну, да, я с другом занимаюсь своим проектом. Вот. Ну, типа в рекламе. Сфера какая? Ну, реклама, связь с общественностью. Я на это отучился, и это мне ближе всего. Вот, кстати, я думала туда пойти. Ну, либо в психологию, либо в рекламу, но... Блин, заметила, у тебя такие маленькие пальчики, да. Ну вот именно большие, большой палец такой. Нет. Такой смешной вообще, и вот этот еще тоже. Этот, у меня этот самый смешной, этот палец, ноготь мне достался от мамы, а этот от папы. Офигеть, это да. Ты разная. Вот так вот. У меня вроде нормально все. Ладно, блин, это звучало, как будто я тебя принижаю. Ужас. Я не умею, конечно, общаться с людьми. Ой. Сейчас мы тебя быстренько это... Я не хотела сдавать историю или общество. А, нет, историю, либо английский дают. Я не хотела ничего из этого сдавать, поэтому я решила. На психолога, если, да?
нет, на рекламную связь. А, на рекламную связь. Да, там вообще... психолога какая история? Зачем она там? Я не знаю. Подожди, история? Нет. Я ей говорю, зачем она там. Нет, в пиаре. В некоторых история требует, история обществознания, а в некоторых история и английский. У меня английский и обществознание, истории вообще не было. Ты сдавал ЕГЭ вообще? Да. Я думаю, это просто может настолько... Нет. Не настолько. Нормально все. Дай угадаю, тебя, наверное, привлекают парни постарше. Как и любую молодую девчонку. Что это за мода? Нет, подожди. Так, я еще даже не ответила, а ты уже как бы делаешь какие-то... Но я считываю по твоей реакции просто сразу, понимаешь? Нет. Раньше я, кстати, думала, что, ну, там, 23-24 идеальный возраст, но сейчас, ну, главное, чтобы человек был умный. И да, он интеллект, 18, может интеллект быть, эмоциональный интеллект, да, понимание какое-то вообще, что происходит. Не какой-то, знаешь, аутист, который общается и не чувствует, не понимает беседу и человека, а что-то такое родное. Просто, честно говоря, сейчас, ну, по крайней мере, мне встречается очень много парней, которые, не знаю, безумно скучные. Да, безэмоциональность. Что ж ты такого делаешь, что тебе скучно? Да что у тебя с волосами, господи? Я не знаю, это ветер. Это природа. Они не хотят у тебя лежать так. Да. Не заставляй их. Что, мне вот так вот сидеть? Да. Будь натуральной, будь естественной. Я естественная, но это не совсем удобно, понимаешь? Ну, приходится чем-то жертвовать всегда. Значит, ты? Я сейчас угадаю твой знак зодиака. Я скорпион. Я обломал тебя, прости. Я любитель поназвались. Ну, я думала, либо скорпион, либо лев. Да ну а чё так? Это так считывается, серьезно? Да. Ну и прохладно даже. Как ты так сидишь вообще? Не, мне не холодно. Я в куртке. А, ну конечно, блин. В кожанке. Додумалась. Хорошо, 20 градусов-то, блин, летом. Так, ну я же понимаю, что вечером холодно. Подожди, и ты хотела сказать, что я либо скорпион, либо лев? Ну, возможно, кстати, воздух тоже подошел. Ну точно не земля. И вряд ли... А, подожди, так ты водный. Блин, я так угораю, как девчонки шарят за вот эту всю движуху. Ну, я не прям этим. Да ладно, ночами читаешь, кто тебе подходит, совместимость. Нет, вот это... 16 лет читала, сейчас нет. Ну, читала же, все равно был такой опыт. Слушай, да, я сидела и на Тиндере в свое время, и гороскопы читала, но в молодости я чем только не занималась, знаешь. Ну, ты знаешь, недалеко от молодости убежала пока еще, так можешь не по-старочески не выражаться. Вот когда тебе будет 25, как мне, вот тогда уже можно начинать. Слушай, я уже успела отказаться от курения на год. Ну, блин, я не заметил, случилось... ты же куришь вот эту свою дудку. Да. Ужас. Но потом у меня случился стресс, и мне пришлось снова... Дай угадаю, осталось парнем. Нет. Это что-то... Как-то ты очень примитивно мыслишь. Ну, блин, это просто классика, база. Нет, во-первых... У меня никогда не было такого, что я когда-то страдала из-за парня. Никогда. То есть ты не влюбчивый человек? У меня бывает симпатия, но она быстро улетучивает. Да-да-да, прям очень. То есть тебя, короче, по твой характер... Блин, у меня голос сел, это странно. Ты специально его делаешь более мудрости. Чего? Шучу. Это так звучит? Просто, блядь, что ты меня сбила? Что хотел сказать? Мы говорим про влюбчивость. А, вот, то, что ты, наверное, скорее всего, больше за свободные отношения, за что-то такое ветреное, за что-то легкое, без ебли мозгов, без вот этой всей хуйни, которая, знаешь, многих сейчас. Ну нет, ну при этом все равно некая ебля мозгов, это тоже эмоции какие-либо. Ну, то есть тебе нужен чел, который будет тебя поебывать иногда? Нет, нужно искать... Мозги твои, я имел в виду. Это-то понятно. Нужно искать золотую середину, понимаешь? Конечно. Чтобы иногда не поебывать, иногда и спокойно. Ну все, мы с тобой споемся. Это, блядь, моя фишка, поебывать мозги иногда. Это я со своим характером, конечно, да. Сложный я человек, понимаете ли. Не повезло тебе со мной. Знаешь то, что скорпионов чаще всего очень не любят? Да, что-то слышал. Не знаю почему, правда. Наверное, мы какие-то... Ой, смотри, чел прям фонтан, по-моему, упал. Не? Где? Да, он фонтан упал. Смотри, вон из фонтана встает. Он прям ёбнулся в фонтан только что. Да. С рюкзаком совсем. Пиздец, не хочешь? Блять, мы, короче, мы тем летом, или позапрошлым? Мы позапрошлым летом купались в фонтане.
на Красной площади. Сначала у моего кореша день рождения было, и мы такие, погнали, что-то, блядь, замутим прикольное. В итоге до трусов разделись, прыгнули в фонтан, там что-то плавали, видос снимали. Ну, это смешно было. Мы были немного выпившие, чуть-чуть совсем. Ну, вряд ли было трезвым. А ты выпила что-то? Липтон. А помимо Липтона что-то? Нет, ты не любительница, винишка там, не винишка. Вино я не люблю, я больше люблю коктейли. Да ну, ты вино не любишь. Я тебе уже думал что-нибудь предложить, там белое, сухое. Нет, не знаю, для меня это какой-то... Знаешь, некоторые прям вкушают его, я не понимаю. Мне не нравится. Белое иногда бывает за компанию. Но я больше люблю, говорю, коктейли какие-нибудь. Чтобы алкоголь особо не чувствовался, но чтобы он немножко был, ну там джин с чем-то. Ой, ну все, все, притормози, притормози, придержи коней. Это уже ты, да. А ты выпиваешь? Я не любитель пить, честно признаюсь. Я сейчас вот занимался сегодня спортом, пытаюсь восстановить свое прекрасное тело. Короче, есть парк, лес, там есть зал, прям... Офигенно оборудованный зал, но минус в том, что он полностью из дерева, всяких камней, такая тема. И вот меня друг как раз туда пригласил, мы и пробежались, и потренили, это уже вторая тренировка. Подожди, а тренажеры там? Там прям настоящие тренажеры, типа, не знаю. Обычные? Да, ну как обычные, то есть там жим лежа, становая, короче, все есть, даже вот это на трицепс. А почему именно такой? Сегодня занимался. Чё, почему? Да, почему? Мой друг обожает ходить именно туда. То есть он 6 лет, говорит, хожу туда, типа, кайфую, я там пробежечка, зальчик, типа, зимой, неважно. Он, короче, отбитый в этом плане. Мы с ним как раз и купались в бассейне. Давай, давай, давай. Ага. И ты, короче, ждешь подругу и потом идешь гулять. Я жду, пока она освободится, и потом будем. Куда пойдете? Что делать будете? Мы еще не знаем. У нас все спонтанно. О, эмоциональность, спонтанность. Да. Понятно. Да. Покажи мне свои фотки где-нибудь. Ты же по-любому фоткалась. Нет, конечно. Давай, 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 давай. Очень интересно увидеть, как ты на фотографиях получаешься. Ну вот, например. Так. Джоггеры, блядь, вот это модницы вот эти 21 века, 2023 года. Почему вы все ходите в джоггерах? Это какой-то прикол? Ну, везде, потому везде. О, все, я все, что мне надо было, успел заметить. Ой, я, конечно, да, бабник тот еще. Шучу. Не, ну я общительный, как бы. Я не скрываю, хорошо. Я общаюсь с людьми там. Ну, ты... вряд ли, если бы ты был необщительный, ты бы подошел. Ну, наверное, не подошел бы, забоялся, скорее всего. Типа, красивая девочка сидит одна. Хотя вчера со мной познакомились 5 человек. Ого, ты считаешь прям. А сегодня сколько? Сегодня один только. Ну, не ты, еще один. Вот, но одному я быстро... Я иногда быстро вот так вот кольцо переодеваю. Но... Ну, я знаю эти фишки ваши, да, женские. Это если парень не нравится. Обычно так это происходит. Ну нет, иногда просто пусть подписывают. Бывает. Инстаграм дают. Зачем? Это же подписчик, который ты с ним никогда больше не увидишься. Ну вот вдруг... Вот ты сучка коварная, нет, конечно. Слушай, нужны все равно всегда какие-либо связи. Запасные варики? Нет. А, связи даже, да? Не половые, если что. Но и они тоже нужны, так-то. Вдруг он станет каким-нибудь, я не знаю... Егор Кридом. Да. Я такая, а помнишь, мы с тобой знакомились? Слушай, ну я тебе открою секрет, если он станет Егор Кридом, ты уже... Да нет, да при ты будешь для него, я тебе просто скажу, как чувак, который общается с разными известными там людьми и так далее, ты будешь для него как чел, который на разок. То есть я, он тебя трахнет, и все. Я тебе не про популярность говорю, я просто про... Вообще многие мужчины, они в молодости, парни, они в молодости не очень, а потом... проходит пару лет, и они становятся... Возмужал, ты да, смотри. Да, да. Ну, понятно. Так что, я думаю, всякое может быть. Я-то понимаю, ты так, слушай, меня наставляешь, такая, понимаешь, так, всякое может быть. У меня, как это называется, я забыла это слово, ужас. Давай вспоминай. Слово паразит.
Понимаешь. Все, вспомнила. А, окей. Буду знать. На будущее. Думаю, что с тобой можно придумать. У меня самокат есть электронный. Ты катаешься на самокатах? Я тебя мог банально, я тебя признаюсь, пригласить к себе, выпить винишко. Я бы не пошла. Серьезно? Конечно. Даже без секса? Даже без секса. Как будто я тебя зову чисто, знаешь, на секс. Блин, на самом деле, сейчас лето и хочется чего-то такого, знаешь, ну необычного. Я заебался там в этих кафешках, там, в ресторанах, там вот эта вся история. Ну, максимально скучно, не знаю, вот. Я не знаю, почему. Почему девушки так кайфуют вот сидеть в этом ресторане, вот так вот. Не, не кайфую. Я, во-первых, я больше люблю гулять. Во. Это во-первых. Да. Ночью особенно, да? Да. Во-вторых, так как я любительница театра, ну то есть я поэтому я люблю театр. Внушила себе эту идею. Ну, собственно, думаю, что я тут сижу. Я специально выбрала эту локацию, да. Вдохновляешься. Тут культурные люди ходят, конечно. Понимаешь, да. Конечно, в фартуках там, да, в этих. В-третьих, я очень люблю, ну, если это можно так назвать, экстрим, не знаю. То есть я безумно хочу прыгнуть с парашютом, я хочу прыгнуть с тарзанки вот этой. Я еще ничего из этого не делала, но у меня все в планах. Все будет, все будет. То есть такой прям, я каталась на мотоцикле. Я даже не сомневаюсь, я только что хотел сказать, что ты по-любому каталась на мотоцикле, и ты сама это первый раз сказала. Те, кто любит экстрим, они обычно и катаются на мотоциклах. Но при этом, вот, кстати, именно что-то связанное с дорогой, меня все равно немножко... в общем, смотри, ты когда едешь, ты ведь не только за себя, да, переживаешь, а за людей еще да. каких-то. И вот поэтому, когда ты я на дороге... Сама. Нет, я не сама. Ну и все тогда, что ты? Сидишь ну, и не паришься? Нет, ты едешь, ты понимаешь, что я понимаю, конечно, что водитель мотоцикла, он, так сказать, все понимает, но при этом... Все равно, когда ты рядом проезжаешь, да, мимо, мне страшно, вот в эти моменты мне страшно. То есть, когда есть что-то препятствующее, вот в эти моменты все равно как-то немножко... Дискомфортненько. Да, да. Но слушай, зато это эмоция. А я еще обожаю аттракционы. Прям вот... Блять, вот я слушаю тебя, и я понимаю, что я не хочу спрыгнуть с парашюта, с тарзанки, не люблю мотоциклы. Я очень аккуратный, осторожный. Вот реально, с детства я очень осторожный. Тем более, что ты в конце сказала? Тарзанка, мотоцикл, что парашют. Парашют в конце что-то. Я только что сказал, я уже забыл. Вспоминай, блин. Короче, ты что-то сказала. Экстрим. Экстрим. Наверное, я не любитель экстрима. Будет так, что ты будешь там... А, аттракционы, ты сказала. А, да-да-да. Ты будешь херачить на этих аттракционах. Но смотри, у меня нету к этому... Боязни? Тяги? Нет, не боязни, тяги нету к этому. У меня был как-то, ну, не парень, то есть у нас почти рождались отношения, но я его уговаривала пойти. Вы знаешь, у нас парк этот закрытый есть. Очень долго он со мной знакомая не шел, понимаешь? История? Поэтому мы так и не начали встречаться. Так, так. Ну-ка, подожди-ка, что это? Не, ну реально, серьезно, если я осторожный парень в этом плане. Я люблю эмоции, но я какими-то другими путями стараюсь их получать. Я обожаю езду, я, блядь, мне нельзя за руль садиться. Я вот это шашки, агрессивная езда, вот это прям моя история. Я обожаю машины и... Я люблю сидеть только на... Пассажирском. Да, на пассажирском, потому что сама бы я не рискнула. Не, это опасно, конечно. Я когда вот был 20-летним, 18-летним, я прям шашковал жестко. Я сейчас вспоминаю, я думаю, я что такой все дурачок, блядь. 18-летний, мне кажется. Я думаю, что я, вот, неужели я такой дурачок, что я прям... Столько было ситуаций, когда я проезжал прям в миллиметре, знаешь, вот прям, блядь, ну это пиздец, короче. Ну, типа, я отбитый парень в этом плане, но сейчас я стараюсь так максимально аккуратничать. Типа. Жизнь уже, понимаешь, ценная штука. Она должна уже прямо сейчас подойти, я правильно понимаю? Она должна сказать мне. Она просто на свидании, понимаешь? Вот она что. Она мне ничего не может сказать, но потому что рядом. А. И ты ее ждешь все это время, серьезно? Ну, в смысле, все это время. Я понимаю... Сейчас, я хочу сказать о том, что я, на самом деле, очень люблю
гулять и проводить время, ну так, чтобы это было все равно сбалансировано, но в одиночестве. Вот. То есть мне прям, не знаю, я все равно... Ты интроверт? Нет, я амбиверт. Амбиверт. Амбиверт? Амбиверт. Ну, я тоже амбиверт просто. Я шарю за это. Я же говорю тебе, мне нужен баланс. Мне определенно нужны люди, но иногда мне хочется как бы побыть все равно в любом случае. Такая же хуйня. Как да. Мы походим. Романтика. А, друзья, ты что тут делаешь вообще, кстати? К тебе пришел. До этого ты же не шел сюда ко мне? Да гулял я. Один? Не, с другом. Вот. Мне нужно рано вставать. Я не знаю, как я буду вставать. Тебе надо тогда ехать домой спать. Ай-яй-яй. Не знаю. Как так? Не знаю, куда. Ну, я сначала хочу погулять, а потом... Бросай подругу, давай вместе гулять. Только через несколько часов, потому что мне надо с другом потусить, все-таки уделить ему время, понимаешь ли, я человек ценный. Если со мной кто-то встречается, это надо ценить. Высокомерно звучит? А это скорпионская тема, кстати, высокомерие. Я стараюсь быть простым, на самом деле, без вот этих всяких там. Ключевое слово «стараюсь». А, ну, характер, понимаешь, он же прорывается так или иначе. Я стараюсь его как-то вот сглаживать, усмирять. А чем вообще еще увлекаешься? Может быть, играешь на фортепиано? Нет. Меня, конечно, меня сравнивают с Райаном Гослингом, который там на фортепиано любит играть, но я... нет. Не настолько копия его. А ты где учишься? В МАИ. На пиарщика как раз. Московский авиационный институт, да. Ну, блядь, я там учился только потому, что он был рядом с моим домом, и там учился мой друг. Он такой, давай ко мне. Ну, типа, блядь, идиотизм. Выбираясь место учебы, там, 18-17 лет, это максимально не созрел. Я, по сути, определилась до конца в 19. Ну, вот. Правда. Но самое главное, это не... Ну, то есть, знаешь, многие там заканчивают какое-то учреждение и думают, что все, будут работать уже там, как отучился, так и буду работать. Но у них есть какая-то другая мечта или цель. Вот нужно все равно, я считаю, идти к этой цели и мечте, а не просто, не знаю, ну, на самотек. Ну, ты прям и теми себя видишь. Да. То есть ты такая... Вот ну, конечно, нужно проживать, нужно быть, а не казаться, типа, и это да, это есть. Какие-то слишком философствующие. Ты чё, я же умный чел, я и философ, и вообще со мной прикольно. Продаю себя как пиарщик. Я стараюсь быть не высокомерным. Нет, да блин, ну я же говорю о себе. Ну, если я такой. По факту. Я же не могу, зачем смысл мне врать? Окей, давайте я скажу, я интроверт, не люблю трахаться. А у меня была одна девушка, и я живу с бабушкой, ем ее борщ на завтрак. И на ужин, ты и на обед. Живешь? Что-то выберем, я думаю. Просто для меня, не знаю, Таиланд, это как будто бы какая-то, знаешь, йога вот эта вот. Ну, есть свои нюансы. Блин, мне так прохладно. Я бы на самом деле бы уже с тобой попрощался. И... Попрощаюсь. И съебался к другу, потому что надо с ним еще обсудить, мы с ним... Нет, какие-то это вопросы. Правда некрасиво, на самом деле, я бы уже перестала. Я вот об этом, я об этом думаю, такой, блин, с одной стороны, ты прикольная, и с тобой хотелось бы пообщаться, но с другой стороны, наверное, вся жизнь всему свое время, и зачем нам торопиться? Верно. Пицца. Пиццу любишь? Я люблю в целом все. Просто... Все, будем с тобой есть пиццу и наслаждаться но жизнью. Лучше пасту. Пасту, если ты сделаешь офигенную пасту с ветчиной. Я не люблю готовить. А, с беконом.